Поехали к нему сейчас. Дау! А, оба, оба, повар, повар! Черт, а повар-то опасный тип. Вон, наши дерутся. Они с кем дерутся? Что это за... Что это за штука-то такая? А, надо, наверное, помочь, да? Ладно, сейчас мы туда шарик бульнем. Не, просто заварухи. Такая каша, ни хрена не понимаю. Всем здоров, дорогие друзья, с вами Фэмикс. И сегодня смотрим игрушку Eclipse Isol, или Isol. Где-то год назад в бетке мы снимали эту игрушку. Это очередной Battle Royale. Да, ненавижу Battle Royale, но, во-первых, давно их не было. И это даже ничего такой. Начинается с такой очень приятной музыкой. Давайте, я готов. В общем, это RPG. Это RPG Battle Royale. Довольно интересный жанр и довольно интересное решение. Ну, короче, пацан провалился в люк. В люк. Да-да, какое у нас имя, все дела, контракт. Упал. Такое необычное начало для Battle Royale. Боже, где мы? Да, давайте... Надо сначала пройти небольшое обучение. Сначала поиграем голым парнишей. Вперед. Надеваем первый костюмчик. У нас этот парниша будет таким самураем. Астропанс. Надеваем штанишки. Кристалл нам дает суперсилу. И у нас появляются скиллы. Здесь, во-первых, это не просто Battle Royale. То есть здесь также разбросаны различные мобы. Мы постепенно получаем уровень. Качаем персонажа. У каждого персонажа есть разные скиллы, свои способности, и это опупененько. И вообще довольно красивый Battle Royale. Давайте помочимся. Немного автонаведения. Да, смотрите, нас Лоля отфигачивает своей магией. Забиваем ее. Это вот типа герой. Да, такое эпичное начало. Даже с историей. Все, ребят, наконец-то обучение закончилось и можем свободно поиграть. Давайте, во-первых, посмотрим на различных героев. Посмотрите, то есть каждый герой уникальный. Здесь их немало. Посмотрите только на этого пивного морячка, у которого кувалда бочонок. Господи, и они примерно все такие интересные, уникальные. Мне вот этот пацан нравится сноубордом, хотя это почему-то скейт. Какого фига он катается скейтом по снегу? Это очень странно. Толстый жирный повар. Какой-то бард, призывающий животных. Ну, стандартный самурай. Барабанщица. Девочка с веером. Лоли на метле. Лучница. Сиськастая. Кошка-девочка. Надо вот эту разблокировать. Ну, она типа ассасин. Коса, курящий дедок, жрущий пацан-лис. Ладно, это угарно. Еще, смотрите, есть механик. В общем, очень интересные персонажи. Нам должны дать нескольких, я надеюсь. Видите, дается выбор. Мы можем еще одного из трех персонажей выбрать. Естественно, я выберу вот этого сноубордиста. Он крутой. Да-да-да, его берем, отлично. Короче, погнали первый матч. Возможно, он будет с ботом. Можем выбрать вот этих двух персонажей, но я, конечно, сноубордиста выберу. Он мне очень сильно вкатывает. У них есть разные скины. Это неплохо. Даже есть скины сноуборда. Опять же, их, конечно, надо открывать. И вот, ребят, мы летим над планеткой, над островком. Я высажусь. Я не хочу в снегах высаживаться. Там есть что-то типа осенний лес. Вот. Ну, наверное, где-то здесь. Погнали. Ну, он какой-то домик вижу, там мы и высадимся. Я могу вот так вот подлетать. Это нереально круто. Собираем различные предметы, стрелы. Я, конечно, луком не буду пользоваться особо. Вот это нужная тема, нам что-то повысилось. Можно прятаться в коробке. Вот это... Камни дают что-то. Одно усиление всего лишь. Да, нам дали хпшки и... Что-то еще. Все, мы стали сильнее, пока у нас нулевой уровень. Или первый, или нулевой. Ищем... Вон, я вижу сундучок. Туда идем.
Фигац! Отлично. И броню нашли. Неплохо. Для первого раза сойдет. Давайте поищем, я не знаю, мобов каких-то. Во! Вижу, ребят, первого врага. Поехали к нему, сейчас. Пау! Это кайфово сбивать. Ну, используем все свои скиллы, все свои способности. Я все-таки думаю, что первый раунд у нас с ботами сражения, поэтому мы его легко убьем. Тем более у меня персонаж дальнобойный, я снежками бросаюсь. Я думаю, проблем вообще не будет. Да, смотрите, мы убили первого, получили первый уровень. У него был лук и вот этот, не понять что, колу возьмем. Это жратва. Здесь, кстати, жратву можно готовить по дороге. И погнали, покатили дальше. Так, собственно, смотрите, нашли первых мобов, лисичек. Лисички первого уровня, забиваем их. Бедные лисята. Но нам нужно получить уровень. И у них ростбиф готовится. И помимо этого мы можем здесь сами готовить еду. А, давайте приготовим вот это. Фигац и приготовленная какая-то хрень. Это мы готовить не можем. Мы можем приготовить вот этот персик, что ли. Паркур, паркур. О, господи. О, жизни мало. Сейчас сдохнем, надо колы попить. Я там кого-то вижу, давайте сначала колы попьем. И опять побьем уже лисичек, только здесь нулевой уровень, они простенькие. Смотрите, даже лиса из Наруто есть. Они, кстати, с тобой рядом не бегают некоторое время, но... Не знаю, смысла от них никакого нет, они ничего не делают. У ней первый уровень, легко забьем. А, оба, оба, повар, повар! Черт, а повар-то опасный тип. Он в снежный шар превращается. Это повар еще со скином. У него третий уровень. Не, походу это, слушайте, это игрок. Он меня просто как мочалку. И фигачен на скейте. А, не могу забить. Да не, лох. Справились, справились и третий уровень. Да, смотрите, там аирдроп, там видно. Вот оно, то самое яйцо. Очень долго открывается. Да, мы взяли бронюху классную. Слишком, я не поспеваю за тобой, парень, парень. Все, оставили его позади. А, там зона, надо с зоны выбраться. Твой. Отлично. Он где-то там сзади должен тащиться. Давайте постреляем в него. Съел, да? Съел. Я сейчас давайте пожрем, прежде чем будем драться. Пока они друг друга пофигачат. Твари! На скейт. А, он там пацан турель поставил. Да пошел ты знаешь куда. Я от твоей турели подальше уйду. Не, начинаются полноценные битвы. Мы всех их двоих расстреляем, пока они фигачат друг друга. Не, обалденная игра. Где там второй остался? Он убегает. Их за мной! У него жизни нет, он уже обречен. А все, это последний. Убиваем его и конец игры. Я что, дальнобойный парень? Ну все. Это было просто и легко. Ну, понятное дело, это пока что начало и там боты, наверное. Все дела. Давайте попробуем сквад. Давайте Лалю придется выбрать. Три дня, пока она доступна. Сквад готов, теперь заряжаемся. А, все, четыре пацана, и надо как можно ближе к ним держаться. Я же маленькая девочка, я сама не справлюсь. Все, загружаемся. Вчетвером сейчас, наверное, вообще мясо будет. Ну, прыгаем здесь. Фигли, я с ним прыгаю вместе. Просто надо реально держаться вместе с другими пацанами, поэтому погнали. Ты такая маленькая девочка на коняхе. Мило выглядит. Я не знаю. У меня же почти убили. Чё за отстой? Надо похилиться где-нибудь. Ау, 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 ау. Меня сейчас могут убить. Я вот этого добью, который ползает. Ну, он меня бил.
Я надеюсь, у него хотя бы хилочки есть какие-нибудь. Как долго добивать лежачих? Ну это они специально сделали. Все, давайте быстро его полутаем. Что он тут есть? Есть, у него есть всякое разное. Давайте персики возьмем, колу. Не, нас четверо, банда! Вот это конь! Да не бей коня, он мой! Другое дело, нифига себе, да, слушайте, просто... Он ракеты пуляет! Этот конь пуляет ракеты. А, надо, наверное, помочь, да? Ладно, сейчас мы туда шарик бульнем. Не, просто заварухи. Такая каша, ни хрена не понимаю. Ну, мы всех чпокнули. Не, очень мясной батл ройл. Фух, я похилился, я уровень, по-моему, получил. Я только первый уровень получил. Все, и там забили. Все, все, нет, еще лоля есть. Тут автонаведение, и это довольно неудобно. Так, ладно, пацаны, вы как хотите, а я на реактивную коняху. Которая пуляет ракеты. Ну, он теперь за рулем. Ладно, покатай меня, парень. Вон, наши дерутся. Они с кем дерутся? Что это за штука-то такая? Ни хрена там, супербосс. Офигеть, а почти убили. Ладно, заваливаем его уже. Нифига не вижу, но мы его завалили. А, пупеть. С него дофига... О, ребят, я супердоспех взял. Я хоть и не тащу, но... Мне все равно. О, тут вообще есть супердоспех. Мочилово продолжается, там их двое. Я пульну шар. Все, что я могу. Не, мясо крутое. Все, забили девчульку. Последняя точка, маленький круг. Все, я вижу лучника этого. Ну, ему хандец, конечно. Давайте кинем свой главный шарик. И добиваем. Это типа макака с большим палкой. Каким бы он крутым не был, против четверых ему не справиться. Да, это победа. Это было круто. Ну что ж, в принципе, на этом все. Очень такой кайфовый Battle Royale, то есть разные уникальные персонажи с уникальными способностями, такая RPG-шка с прокачкой. Ну, кому понравилось, то ссылка на игру в описании. Ну, а в принципе, на этом все. С вами был Фомикс. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем спасибо, всем удачи, всем пока.